Обратная сторона военных конфликтов – раненые и покалеченные люди, которые на всю жизнь останутся инвалидами. Им нужно оказывать помощь. Сейчас она требуется нашему земляку Рашиду Галиуллину. Он получил ранение, из-за которого ему частично ампутировали ногу. Несмотря на это, после реабилитации он планирует продолжать службу и быть полезным отчизне, трудясь в военном комиссариате. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении военного долга, рядовому Галиуллину присвоено звание Героя Российской Федерации. Я люблю свою семью, я люблю свою родину, и вот считал нужным идти и защищать интересы своей страны, интересы своей семьи и так далее. Я воспитан так, я вырос в семье военного, я всегда военным хотел быть. Органы местного самоуправления совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» оказывают всю необходимую помощь мобилизованным. Мы четко понимаем, что здесь надо помогать, 100% помогать будем. Вот, поэтому тут вопросов очень никаких нет. Тут же взяты были вопросы, которые нужно решить. Вопросы касаемо начисления льгот, компенсации, пенсии, также предоставления земельного участка. Вот сейчас мы поедем, собственно, в СФР подавать все документы на все, что касаемо ему положенных. Каждый, кто рискует своей жизнью для того, чтобы защитить нашу страну, может быть уверен в том, что государство позаботится о нем и о его семье. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.